еще в Белостоке последний день. Завтра утром мы едем уже. И зашли мы на эту же площадь, что были вчера, были вот здесь, вот, в этом, как он там, Зубр. Вчера был концерт какой-то, не концерт, а этот театр был. Сегодня мы пришли опять на эту площадь, только попозже уже. Вчера мы были, еще светло было, а сейчас пришли, уже когда стемнело, чуть-чуть полегче так, да? Ветерок дует, да, держи столик, он качается. И когда мы проходили этого Шерлока Холмса, сейчас покажу. Зашли сейчас в этот Шерлок Холмс, он здесь вот через дорогу, вторая часть его, первая часть вот Шерлока Холмса. Мы на противоположной через дорожку сидим. Сейчас покажем меню. Немножко вчера вообще, извините, я же попала опять в кадр. Короче, вчера мы в меню вообще нифига не разобрались. Здесь в Шерлоке бургер классик, Шерлок бургер, порк бургер, фиш бургер. Ну, это цены все в этих польских. Там, наверное, не видно ничего. Да. Почему не видно? Видно. В этих злотых полях, да, суп тут, цибулова, не знаю. Ну, короче говоря, фиш чипс, чикен. Такое вот меню. Вот такие цены в 23-м году, в августе месяце. А это закусочки. Мы закусочку взяли. Мы просто вчера тоже смотрели, не знаем, что брать, что народ берет вообще, да, как бы. Видим, что что-то приносит, а мы ничего не понимаем. Там все на польском непонятно. Вообще мы не нашли там даже эту закуску. Не везде пишут на английском. Такое меню. Ну, это такое. Здесь можно покушать. Цены такие нормальные. Такое меню. Шерлока. Меню Шерлока Холмса. Прикольное. Взяли вот по козлу и закусочку. По темному козлу. Козел. Не козел, а козел. Сколько этот козел стоит? 19 злотых. Это будет... Меньше 5 евро, да. Сколько? Пол-литра тут, да? Пол-литровые? Да. Вот такие цены. Закусочка там, ну, 20 этих, это закусочка. Это сколько на наших? 20. Ну, в общем, короче, если так в среднем взять, 50 злотых такая средняя цена там здоровым, да? Ну, с мясного. Стейк там, рыба. Это получается... Сколько это получается? 12 евро порция. Порции нормальные, готовят вкусно. Кухня польская вкусная. Разнообразная, вкусная. Так что... В основном, да. Ну, я не знаю, как говядина. Это в основном свинина, курочка, уточка у них. И что еще у них? Уточка, курочка. Крокодильчики, обезьянчики. Индейка. Ты будешь так разговаривать, сейчас ты попадешь в кадр. Ты будешь тогда рассказывать все. Большая площадь. Это мы сидим на маленьком таком пятачке. Это не все. Это только вот один маленький такой пятачок. Там дальше вот это все идут дальше. За этим зданием это все. Это целая длинная улица. Там видно? Нет, будет. Наверное, не видно отсюда. Видно? Я сейчас покажу тогда. Но это тоже, это еще не конец. Это как бы, если обойти с той стороны, это еще тоже длинная улица, ресторанчик, парчик.
сцену уже убрали. Вчера мы попали на этот театр. Да, народу было очень много. А я, наверное, ничего не сняла, да, не показала. Я, наверное, на вдвоем сняла. Я не снимала. Было очень жарко. Ну и сейчас тоже жарко. Устали тоже. Уже просто сил не было, чтобы снимать. Не снимала, по-моему, вообще. Может быть, маленький кусочек сняла. Малюсенький совсем. Вот. А народу было очень много. Ну, такую закусочку нам принесли. Вот это вот была, как она там, батата. Ну, да, как это, фри-картошка с этим, да? Кранч и батат или как-то так? Крипс? Не, не крипс. Как она там называли? Сейчас скажу, как она. Фритки, фритки с батата. Фритки с батата. Фритки с батата. Так. Ну вот, и, короче, было очень много народу. Было вообще невозможно. Осторожно, мы не качаем. Да, да. Держи ногой там, наступи. Короче, было вообще ужасно. А как бы сегодня... А сегодня так себе. Гроши спросил. Я сказал, гроши на карте. Да, вот так вот такое в Польше. Ну, если слышно было, просто подошел местный поляк, гроши просил. Такое тоже есть. Не, ну не очень много, не встречала я таких уж очень много, но, наверное, есть. Короче, Белосток очень немаленький городок. Совсем не маленький. На рынок сегодня тоже съездили, рынок не снимала. На рынок могу только сказать, как эта улица называется, рынок где? Помни, на К как-то была. Название, а, рынок называется Кавалерийский, да. Мы туда приехали, было, наверное, может, 10:30. Ну, в общем, 10:30 это уже поздновато. Лучше, если хотите ехать на такой рынок, ехать надо туда пораньше, чем 10:30. 300 000 населения. Пораньше, чем 10:30. Есть еще ночной рынок. Ну, ночной мы не пошли. Население. Не особо нам как бы ночной этот нужен был. Просто хотели на этот Кавалерийский. Так что вот так вот. Сейчас чуть-чуть посидим и потом уже будем идти домой. Идти домой, завтра утром уже выезжать. Мы в Белостоке 2 дня были. 2 дня маловато для Белостока. Вот, есть тоже что посмотреть, куда съездить, но все время надо. Так что вот так вот.